Здравствуйте! На этом занятии мы рассмотрим очень интересную задачу. В Duty Free килограмм черного чая Пуэршун стоит $8, а килограмм зеленого чая Лунзы – $11,5. А если 1 килограмм чая Ханчонс содержит 0,4 килограмма Лунзы, вот здесь у нас был этот чай, я подчеркну, и здесь о нем также упоминается, и 0,6 килограмма Пуэршун, я подчеркну этот сорт чая синим, то сколько будет стоить килограмм такого чая? Другими словами, нам нужно выяснить, сколько стоит 0,4 килограмма зеленого чая и 0,6 килограмма черного чая, а затем все это сложить. И в итоге мы узнаем стоимость чая Ханчонс. Приступим к решению. Итак, зеленый чай Лунзы. Килограмм такого чая в Duty Free стоит $11,5. Запишем это. $11,5 за килограмм. И теперь мы умножаем на количество чая, которое входит в смесь, то есть на 0,4 килограмма. Килограммы сокращаются, и нам нужно 0,4 умножить на 11,50. Это будет равно 4,6. 0,4 килограмма чая Лунзы стоят $4.60. Теперь то же самое мы сделаем и для черного чая. Итак, черный чай Пуэршун. Килограмм такого чая стоит $8. Запишем. $8 за килограмм. И для чая Ханчонс нам нужно 0,6 килограмма этого чая. Мы умножаем на 0,6 килограмма. 8 умножить на 6 равно 48, а значит 8 умножить на 0,6 это $4.80. Столько стоит 0,4 килограмма зеленого чая, а столько 0,6 килограмма черного чая. Если мы сложим эти стоимости, то в результате получим стоимость чая Ханчонс. Так как если мы сложим вес этих сортов чая, то получим 1 килограмм. Значит, нам всего лишь нужно прибавить стоимости. Итак, 0 плюс 0 равно 0, 6 плюс 8 равно 14, 1 плюс 4 плюс 4 это 9. И здесь запятая. Таким образом, килограмм чая Ханчонс, смеси из черного и зеленого чая, стоит $9.40. На этом все. До скорой встречи!